Праздничная атмосфера, насыщенная концертная программа с участием воспитанников Центра дополнительного образования положили начало новому учебному сезону. Юные берестейцы смогли посетить многочисленные презентационные площадки, на каждой из которых можно было ознакомиться с особенностями того или иного кружка, будь то вокал, танцы, КВН или изучение иностранных языков. Сегодня день открытых дверей всех учреждений дополнительного образования в рамках Республиканской недели учреждений дополнительного образования. Ожидается сегодня праздничный концерт и запись в объединение по интересам. Очень много желающих. Возраст у нас обычно от 4 до 24 лет мы принимаем. И старше можем принимать. В прошлом году у нас занималось более 4000 детей. Кружки или клубы по интересам очень популярны среди молодежи Бреста. Именно сюда ребята приходят каждый год для того, чтобы с удовольствием и пользой провести свой досуг. Центр дополнительного образования детей и молодежи, по словам самих воспитанников учреждения, привлекает их по нескольким причинам. Самый главный из них – профессиональный подход преподавателей к обучению, современные условия для занятий по интересам, теплая атмосфера. Здесь как-то все по-доброму, как-то по-домашнему. Очень мы любим Нину Николаевну, которая занимается с детками, ну, в творческом отделе. Ну, вообще, спасибо большое, что есть вот это место, куда дети могут прийти, отдохнуть, и где с ними могут позаниматься действительно очень добрые, хорошие и образованные люди. Я пришла сюда, чтобы записаться на кружок оригами поделки из бумаги. Я выбрала этот центр, потому что подружки сюда ходят. Я их послушала советы и пришла тоже сюда записываться. Я пришла сюда, чтобы записаться в вокальный кружок «Алиса». Надеюсь, что у меня хоть что-нибудь получится, потому что я очень люблю петь. Я постараюсь совмещать это вместе с учебой и выбрала именно этот центр, потому что я здесь еще раньше ходила, правда, в другой кружок. Думаю, мне понравится. Образовавшиеся за несколько лет активной работы танцевальные и вокальные ансамбли, театральное объединение, команды КВН сегодня представляют нашу страну за ее пределами. Многочисленные победы на международных конкурсах – несомненная заслуга и воспитанников, и преподавателей Центра дополнительного образования детей и молодежи, которые не только обучают ребят, но и ежегодно удивляют новыми видами занятий. К примеру, в этом году помимо уже существующих появились такие кружки, как студия академического рисунка, команда интеллектуалов «Что, где, когда», клуб «Исторический», а также курсы компьютерной графики. В этом году наш ансамбль будет отмечать 30-летие. 30 лет мы работаем и учим детей танцевать, и выступаем, ездим на фестивали. Сегодня день открытых дверей. В этот день мы будем набирать новых маленьких детей в возрасте 5-6 лет. Подобные центры просто необходимы, ведь именно они помогают подросткам заниматься любимым делом, совершенствовать старые знания и получать новые. И что самое главное, проводить свободное от школы время с большой пользой. София Бережная, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.